Союз нерушимый. На часах 13.06. Здравствуйте, в эфире программа «Союз нерушимый». Как и в прошлом году, как и в позапрошлом году, ведут передачу Азиз Агаев и Владимир Сметанин. Здравствуйте, с наступившими всех. Да, и вас тоже. Сегодня у нас два раза 13-е звучит, смотрите. 13 часов начали, 13 числа. И Старый Новый год. И Старый Новый год. Не страшно? А еще некоторые говорят, пятница. Я не суеверный вроде как, не суеверный. Ну, на всякий случай перекреститься надо или помолиться. Давайте нашим слушателям пожелаем, чтобы день сегодняшний протекал хорошо, нормально, удачно, чтобы было такое приподнятое настроение. Ну, и мы в новом году снова с вами. Да, это первая программа «Союз нерушимый» в новом 2017 году. Надо сказать, что год прошлый, 2016, такое слово использую, подарил нам пару гостей. Да. Да, пару гостей, уникальных гостей. Да. И это большое счастье, что именно они вот вдвоем в нашу студию приходят. Да. И сегодня эти гости тоже с нами. Ну, пока у нас один гость, да, потому что второй говорит, что я лечу. Лечу. Вот. Через несколько минут должен появиться, да. Должен появиться. У нас в студии сейчас священник Василий Песцов, настоятель храма Иоанна Предтечи города Кирова, первый проректор Вятского духовного училища. Отец Василий, добрый день. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Ждем мы здесь появления в нашей студии Нурислама Хаджи Касимова. Это имам села Корено Слободского района Кировской области. Это, собственно, вот те самых два гостя, о которых я уже начал говорить. Да, ну мы можем, конечно, тут, учитывая, что сегодня 13-е всего лишь число, Рождество было 7-го, мы все еще можем поздравить наших православных братьев и сестер, да? Да, конечно. Для меня это огромная радость поздравить наших слушателей, потому что наступило Рождество Христово, очень радостный праздник. Многие из нас были в храме, были на торжественном богослужении, выходили оттуда с радостными лицами. Вообще, в принципе, январские праздники, они вот освященные Рождеством Христовым, дают очень человеку очень много доброго, радостного, и самое главное, дает возможность вот в эти выходные дни, ну, немножечко задуматься о своей жизни, о своих поступках, о том, как он будет жить дальше. Дай Бог сделать небольшой, но верный шаг к Богу. Ну и не за горами следующий, очень важный праздник в православии, который называется Крещение. 19 января совсем, да, совсем скоро. Абсолютно верно, да. Скоро будет и Крещение, и таким образом закончится период, который называется Святки. Он от Рождества до Крещения. Здорово. Ну, к нам присоединился Нурислам Хаджи Касимов, имам. Я сказал несколько минут, минут всего прошло. Вот. Да. То есть он очень быстро. Салам алейкум, имам. Салям ва рахматуллахи ва баракатуху. Не мог не задержаться, пятничная молитва. Да. Обязательно. Да. Ну, пусть примет Бог вашу молитву. Аминь, да. Аминь. Итак, еще раз подчеркнем, два священных лица от православия и от мусульманства у нас. Священнослужителя. Священнослужителя, да. И мы, да, и мы, да, очень рады, честно говоря, и очень довольны, что вы вместе приходите, потому что это помогает многим верующим и не совсем верующим людям. Ну, каким-то образом, какую-то опору да, находить, да, решение, какие-то ответы. Опору в жизни, да. Ну, продолжим мы тему, которая... Большая, да, пауза у нас получилась. Большая получилась, да. Потому что мы не только философским и религиозным темам уделяем большая внимание. Большая праздничная пауза. Неплохо. Да. Да. Вот. Но, тем не менее, спасибо, что вы здесь. И мы продолжим у нас, если вы помните, значит, мы говорили, значит, в прошлые разы о традициях воспитания детей в семье и о семье. И в том числе мы хотели подступаться к теме любви. И тогда я помню, как Хазрат, значит, был немножечко... не то что растерян, а все искал как бы опору. Как это вот большую эту тему, и вообще как тему любви уложить, значит, и вообще есть ли она как таковая? Можно вы имеете в виду, где-то всегда можно зафиксировано ли это где-то понятие, что да, вы имеете? Зафиксировано, да, ли все-таки да, в священных книгах? Зафиксировано ли в священных книгах тема любви и темы взаимоотношений, значит, мужа и жены, и тема воспитания детей в семье? Да, Нурислам Хаджи, да. В арабском языке, очень удивительном, многозначном языке,
термин «любовь» имеет два совершенно разных слова, два совершенно разных значения. Первый – это «мухаббат», это «любовь». О ней Всевышний Аллах сказал, что «я», он сказал, «создаю любовь», «мухаббат», да, «между мужем и женой», то есть в браке. Угу. А ученые уже потом добавили второе слово – «шахват». Угу. Шахават – это страсть, желание. То есть это отношение между мужчиной и женщиной, мальчиками и девочками, не состоящими в браке, которое состоит из страсти. И все. Потому что больше у них нет никакой опоры для вот этого высшего махаббата, который растет на совместном проживании, на совместном хозяйстве, на совместных интересах. Пока здесь только между двумя особами человеческой расы, разнополыми, есть отношения, и все. То есть мы говорим о физической близости, то есть, да? Страсти. Страсть. Страсть. Страсти. Там не только же вот физическая, а страсти друг к другу. Да. И вот, когда современная молодежь часто путает, они говорят, вот любовь, я выйду замуж только по любви, и все. Ты лучше выйди замуж по решению своих родителей. Довольство родителей есть довольство Аллаха. Но я уже ощущаю, как многие слушатели говорят, ну вот, вот опять там по кто рекомендации. Кто тебя любит больше, чем твои родители? Да никто тебя не любит. Разве тебе может подсказать твоя страсть, твой животный инстинкт, подсказать правильный выбор? Да нет. Поэтому столько разводов же. Ну, а ведь есть примеры, хазрат, когда... Я прошу прощения, я не за разврат, там, не за шахват. Не за зарегистрированные отношения. Да, за не, я наоборот, как бы, я наоборот. Я очень последовательный поборник как раз зарегистрированных, как бы, отношений и любви. Но есть ведь примеры, когда люди, не послушав родителей, женились... И всю жизнь жили счастливы и вырастили правильно. Замечательное дети. Правило. Исключения подтверждают правила. Вот такой ответ. Такой у нас хазрат. Хочу уточнить. Хазрат, скажите, две разновидности, да, вот эти вы назвали. Одно перетекает в другое, или вот как они между собой-то соотносятся? Ну, или может быть одно. Они могут быть связаны. Так, одно помогает другому. Угу. А, то есть они совместно присутствуют, почему, да, бы нет? Угу. Разве между мужем и женой не может быть страсти? Так, конечно, может. Как дети-то будут получаться? Можно даже сказать, что одно освещает другое. То есть плотская любовь, она греховна без любви, которая есть проявление любви божественной. Без духовной любви, да. Можно я тоже добавлю? Да, конечно. Вот если обратиться тоже к Священному Писанию, то апостол Павел писал знаменитую фразу, помните? «Ныне пребывает три сия, вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Вот. Речь идет, конечно же, о той любви, которую нам показал сам Господь Иисус Христос, Спаситель, который, как известно, сам распялся, был распят на кресте, принес себя в жертву за наши грехи, таким образом проявив совершенную любовь. И высшее проявление, высшее, да, любви проявление к людям. Абсолютно, то есть самопожертвование. Абсолютно верно. И поэтому для подлинной любви, о котором говорит церковь, о котором призывают со всех церковных амвонов, самое главное качество – это самопожертвование, жертвенная любовь. Тогда, когда ты готов ради другого человека пойти на такую же жертву, на которую Господь пошел ради человека, да, вот тогда твоя любовь и плотская страсть будет освящена вот этой подлинной любовью. Именно эта любовь по-настоящему созидает семью. И, конечно же, можно говорить о том, что сегодня большое количество разводов и распадения семьи как раз от того, что люди не понимают, что самое главное в семье – это самопожертвование и желание отдавать себя другому человеку. Абсолютно согласен в том плане, что высшее проявление любви – это любовь к Создателю. И когда семейная пара направляет свои чувства, ища довольство Создателя, ища, строя свои взаимоотношения на основе любви,
создателю. К одному. То есть это как бы в соответствии с тем, что велел вот, да, создатель. Да, вот как и сказал, тем самым, да, зарабатывая... Один из моих очень уважаемых имамов одной из мечетей в Казани, Сулейман Хазрат, в своей проповеди он сказал, вот представьте себе, 5 столпов ислама. Свидетельствование, намаз, пост, хадж, закят, социальный налог от богатых в пользу бедных. Эти 5 столпов должны стоять на какой-то почве. На какой? Этой почвой может быть только любовь к Аллаху. И тогда эти очень столпы сильно стоят. Сказали. Ну, я вот первый раз слышу от мусульманского священника вот именно вот такой трактовки вот этих 5 столпов вот в таком освящении. Это очень сильно сказано. Трудно поспорить. Ну, я в том смысле, что я думаю, что с Хазратом некоторые люди поспорят. Лучше не стоит. Даже не надо начинать. Вот. Видите, вот здесь наши конфессии в этом плане солидарны. Солидарны. И когда мы, вот если касаясь темы, общей темы, когда мы ребенка будем воспитывать своим примером отношения между папой и мамой на основе любви друг к другу, будем воспитывать в общей любви к Создателю, то получится гармоничная личность. И оба будут совершенствоваться, и ребенок будет совершенный. То есть любовь между папой и мамой есть необходимое условие, не только любовь, а проявление. Необходимое условие счастливого ребенка. Да, необходимое условие воспитания вот именно счастливого человека. Да? Конечно. Слушайте, одно из главных условий, конечно. Раз уж мы коснулись темы расторжения браков, тут у меня закономерный вопрос созрел, а что это в том числе и причина того, что в семье, когда росли эти люди, они не видели, что папа с мамой вот любят друг друга как-то, эти проявления любви? Дело в том, что тут, понимаете, на ваш вопрос нельзя однозначно ответить. Жизнь человеческая очень сложна. Человек воспитывается огромным количеством факторов. Он может воспитываться в плохой семье, вот, но потом оказаться, допустим, в храме на приходе или прилепиться к бабушке, которая его воспитывает, и получить от нее доброе начало. То есть нельзя однозначно делать такой вывод. Но, безусловно... Вот, какую-то роль играет. Мы говорим о том, что решающий, может быть, одно из оснований, главное основание воспитания, конечно же, правильное, доброе и основанное на любви отношения между родителями, именно на жертвенной любви, конечно. Когда они будут бояться развестись из-за любви к Господу своему, они все равно вот свои трения как-то ликвидируют. Ведь как у нас говорят, вот у нас в деревне, в Корино, говорят так, женился – живи, вышла замуж – терпи. Угу. То есть... Это откуда вообще пошло вот эта поговорка, она чья? Народ знает, что народ лучше всего. То, что хорошо перед народом, хорошо перед Господом. Потому что везде хорошо, где нас нет. Где вас нет или нас нет. Да. Видите, когда вот терпением основано на поиске любви Господу, то, что объединяет обоих, они вот эти мелкие смуты внутрисемейные подавляют, так? В конечном итоге, через 20-30 лет под конец жизни они все равно обретут спокойствие своей семейной жизни и поймут, что не было никакого смысла в разводе, потому что всегда можно договориться. Или не было никакого смысла в женитьбе? Ну, я достаточно много людей знаю, которые, разведясь, потом говорят, что это было как бы, глубокая ошибка. Да. Ну, статистика за... Они это понимают душой? Они вот, уже нутром? Потом через некоторое время начинают об этом говорить, что да. Статистика-то как раз за людей глубоко религиозных, семейных, потому что, так что люди религиозные разводятся гораздо реже, чем люди номинально принадлежащие к церкви. Как пророк Мухаммад, мир ему, сказал, из дозволенного Всевышним самое ненавистное им – это развод. Вот так вот. Ну, но понятно, что сказанное пророком, алейхиссаламом, это для мусульман закон. Закон, да. Самое ненавистное. И есть же такое, два таких положения, что у шайтана нет большего праздника, чем если он разведет мужа и жену.
даже если он станет причиной того, что верующий станет отрицать веру в Господа. Кто не знает, шайтан – это сатана. Да. Угу. Вот. Ну, у нас уж все знают. Но это однокоренные слова – сатана, шайтан. Да. Лучше не употреблять. Да. Да, и ведь те, кто последует, Аллах предупреждает, кто последует этому пути, пути раскола между мужем и женой, тот попадет в адскую гиену. И безвозвратно же оттуда. А православная традиция, отец Василий, если же говорится о разъединении. Православная семьи. Традиция, она тоже говорит как о она том, относится что к этому? Развод – это есть грех, грех обоих супругов. Обоих супругов, да. Христос говорил, что в Евангелии же говорится, что Бог сочетал, человек, да, не разлучает, что муж и жена есть едино тело, едино плоть, правильно? И поэтому это грех, безусловно, очень большой, но для православие понимает, что бывают причины, которые приводят к разводу, то есть оно понимает, что такое, например, как прелюбодеяние одного из супругов, допустим, может стать причиной, по которой церковь признает этот брак расторгнутым. Перед Богом расторгнутым. Или каким образом? Тут немножко интересная ситуация. Церковь освящает брак таинством венчания, но чина развенчания нет именно, потому что то, что сочетал Бог, не может разлучить человека. Нет, и поэтому чаще всего получается так, что брак расторгается уже гражданскими органами власти, а церковь просто дает соответствующее свидетельство о том, что она тоже признает этот брак расторгнутым по факту того, что... Ну, то, о чем мы говорили в прошлый раз, все-таки, да. Но она же все равно осознает это как грех, потому что, например, второй раз венчаться тем же чином, с венцами, изображающими чистоту, с белым платьем, она уже не станет. Она будет венчать этих людей чином второбрачных. Вот, то есть, где уже есть молитвы, в том числе и покаянные, которые, где люди просят у Бога прощения за то, что они не смогли сохранить этот брак. Насколько это распространено? Это каноническая традиция, и она соблюдается во всех храмах. У нас в городе. Да. Третий брак не венчают вообще. Вот так, да? Четвертый брак не признается за брак, в принципе. Это так, что у разведенных получается вот эта тяжелая ноша, в первую очередь моральная, до конца жизни. Абсолютно верно. До конца жизни. Вот у нас также развод разрешен. Пожалуйста, для мужчины нет специальных условий для того, чтобы объявить свою жену разведенной. Нет специальных условий. Для женщины есть специальные условия подать на развод мусульманскому судье. Но точно так же оговаривается и посланник Аллаха, Мухаммад, мир ему, сказал, если женщина без причины подаст на развод, даже она вот подаст на развод, не уйдет куда-то еще, подаст на развод для рассмотрения, она даже запах рая не почувствует. Вот. И, а заявление подает в органы соответствующие, да? Мусульманскому судье. А, мусульманскому судье. Конечно, мы же не рассматриваем развод юридически, это не наша тема, наша тема. Хазрат, иногда не упрощают вот развод для мужчины мусульманского, как говорят, что достаточно там сказать там. Один раз достаточно, ты разведена. И все. В течение месяца остается право у мужчины вернуть жену. Она считается неразведенной за этот месяц. Она как бы отстраненной. Из ближнего круга выведена. Да, то есть возврат очень легкий. Он может ей позвонить, сказать, давай бегом домой. Или прийти обнять. То есть проявить свои права мужа. Она не имеет права отказаться, она должна бегом бежать домой под крыло мужа. Довольно скупо на эмоции, да? Так. Но, зачем нужны эмоции, которые взрывают мозги и отношения? Зачем они нужны? Надо сохранять семью во что бы то ни стало. Потому что какова все-таки ответственность мужчины, который непродуманно, ведь что такое, я сказал сегодня развод, там, да, или как там, талах говорят, или как там, да. И, значит, через месяц пришел, там, обнял и вернул. А потом через еще месяц еще раз сказал развод, там. Какова ответственность мусульманского мужчины в этом случае? Что Бог о таких людях думает? Что об этом пророк сказал? А таких, которые пользуются своим правом? Скажем, злоупотребляют своим правом.
Ничего делать. С глупым мужчиной что сделаешь? Ну, помимо того, что он теряет уважение среди своих... Юридически шариатски ему нет никаких наказаний. Он просто... Самое страшное, он теряет уважение перед женой. Вот. Я думаю, это самое страшное? Перед... А как? Уважение, конечно, перед женой. Конечно. А конечно. Как? Вот у нас же говорят, что любому святому кушать жена готовит. Это вот, если вдуматься, что он даже по воде не сможет пойти, если ему жена неправильная, с плохой мыслью о нем приготовит пищу. Это были случаи святых людей, которые Всевышний давал им такое чудо, ходили по воде. Угу. Он жене заявил один раз, я говорю, я достаточно свят, чтобы самостоятельно ходить. Она говорит, ну-ну. И следующее приготовление пищи на следующий день, то есть он переходил с одного берега на другой берег, там дела какие-то дела. На следующий день она приготовила пищу в плохом настроении. Что значит плохое настроение? Он ее обидел. Да. Мысли, это как дуа, они материализуются. Да. Это как обращение к Господу. Дуа – это молитва, да? Да. И она с плохими мыслями приготовила пищу. Он не смог даже одного шага по воде сделать. И он пришел и сказал, да, вот половина моего – это ты. Вот когда так, ну какие дети будут? Ну давайте все-таки уже сосредоточимся на счастливых семьях, да, у которых все в порядке. Вот эти темы, о которых мы говорим, они ведь... Ну, жизнь нам диктует их. Сама любовь – это же взаимоотношения мужчины и женщины. А взаимоотношения мужчины и женщины, вот сейчас мы разговариваем, они настолько богаты, что тут можно как бы и правда бесконечно об этом разговаривать. У нас же время есть. Но ведь... И главное, что это интересно. Это точно. Ну, давайте уже про семьи с детьми уже будем говорить. Ну, вот Володя все хочет про семьи с детьми. Ну, про счастливые семьи. Про счастливые семьи, да? Про счастливые семьи с детьми. Или про вообще про семьи с детьми? Нет, про счастливые семьи. Хорошо. По Володиному кольцу видно, что у него счастливая семья. Ну, нормальная, обычная семья. Жена на работе, ребенок в садике. Совершая обряд богосочетания, мужчине говорю, ты женщине обязательно купи золотое кольцо. Угу. Сверхмахра, то есть сверхколымы еще, как говорят, да, сверхподарка брачного. Потому что это твоя обязанность обозначить ее в обществе замужней дамой. Угу. Когда меня спрашивают, а что же мужчинам? Я говорю, а что нам все пальцы увенчать, что ли? А какие пальцы у супруги? Ну, такой обычно безымянный. Любой палец можно одевать. Но в обществе нашем это знак. Она замужняя. К ней нельзя подходить с предложением выйти замуж. Нельзя. Ну это и смотреть нельзя другими она глазами. Она статусная женщина. Да. Даже смотреть в ее сторону нельзя. Поэтому вот это кольцо. А мужчина имеет право, не обязанность, имеет право взять 4 жены, если будет к ним справедлив. А справедливость проявляется в обеспечении и отношении. Вот в таком случае он может иметь 4 жены. Вот я и говорю, как бы, шутейный разговор, я говорю, а что мужчине-то? Все пальцы кольцами увенчать. Если у него, да. Да, если 4 жены будет. Давайте продолжим наш разговор уже спустя 1.5 минуты. Реклама быстро пройдет. Союз нерушимый. Да, союз нерушимый, ведущий программы Азис Агаев. И Владимир Сметанин. Наши гости. Нурислам Хаджи Касимов, имам села Карино Слободского района Кировской области. И священник Василий Песцов, отец Василий, настоятель храма Иоанна Предтечи города Кирова, первый проректор Вятского духовного училища. Было предложение у нас еще немножко в перерыве куда-то уйти в сторону, да, потому что ну, далеко не все так однозначно, да, в жизни-то, жизнь сама показывает эти все явления. Ну вот все-таки ребенок... Семья без ребенка, да. Это... Это мы потом будем обсуждать. Это не очень семья. А вот родился ребенок? Родился ребенок. Да, и вот родился ребенок. Отец Василий, вот эти священные слова, да, которые вы озвучивали. Да, хотелось бы начать эту тему очень красивым выражением одного из духовных лиц Русской Православной Церкви, который очень красиво сказал... Как мягкий воск, который ты лепишь как хочешь, принимает любую печать, так и из маленького ребенка ты можешь вылепить все, что пожелаешь. Буквы, написанные на чистой бумаге, останутся неизгладимыми. И то, что узнает маленький ребенок, неизгладимо останется с ним до старости. Вот верующий человек, эти слова, он когда впервые должен
прочитать, не знаю, попытаться их осознать. Ну, я думаю, что эти слова сказаны больше для взрослых. Для взрослых. Я думаю, что да, но осознание, подготовка человека к будущей семейной жизни должна начинаться с детства. Он будет видеть достойную семью, угу. уже будет готовиться. Ну, то, о чем мы чуть раньше говорили. Да, да, а мы об этом уже говорили. Другое дело, что, конечно, воспитание, религиозное воспитание ребенка и нравственное воспитание ребенка, как самое ближайшее его последствие, должно начинаться с самого раннего возраста, несомненно. Угу. Потому что и методы воспитания могут быть достаточно разные, вот, но важно, чтобы в ребенка был вложен тот духовный стержень, стержень знания нравственных заповедей и навык делания добра. Это вот очень важное понятие. То есть не просто знание, не просто понимание того, что есть 10 заповедей, но навык к этому. Использование этих заповедей в жизни. Да. Потому что навык – это больше, чем умение. Это умение, повторенное много раз и ставшее автоматизмом. Вот что важно. Угу. Очень вы сказали очень важные вещи. Я бы даже хотел, чтобы там запустить повторно про заповеди и про навык делания добра, которые родители должны, наверное, научить этим навыкам, да? Да, абсолютно верно. Да, Хазрат. У нас тоже подобная схема, да, ведь есть? Схема такая, да, же. Да, такая же. Такая же. Да. Благословенный пророк Мухаммад сказал: «Куллю мавалидин виледну аляльфитра». Каждый новорожденный, то есть все новорожденные дети рождаются с естественной верой. Естественная вера каждого новорожденного – это вера в Бога. Затем ребенок следует за своими родителями, которые делают из него мусульманина, христианина, иудея. Вот здесь и получается, как отец Василий сказал, что когда берут чистое, да, чистый и лист. Вот из него уже родители будут нести ответственность, какой, какого что человека они вкладывали они, в него, да. Что из него получается. То, что у каждого есть своя судьба, предопределение Всевышнего, вкладывать веру или отрицание веры в отдельно-отдельно только Всевышний, это мы оставляем. Это Аллаху. Мы берем нашу ответственность. Вот как раз наша ответственность – это родительская. Угу. И если брать, как воспитывается ребенок, он воспитывается бабушками и дедушками. Они же воспитывают детей, которые рожают детей. Да. Если у них не будет нравственного начала, вот эти дети, вот этих бабушек, дедушек, что они передадут? Как они воспитают? А тут уже начинаются методики и технологии. Хаджи, хотел бы, чтобы вы все-таки подчеркнули, предопределенность ведь не означает, что остановиться и ждать, когда тебе Всевышний... Значит... Замечательный имам Ат-Тахави в своей книге «Акида», книга «Вероубеждение» сказал: «Аль-Кадари сирру Аллахи та'аля фи халкихи». Судьба, предопределение, есть тайна Аллаха для его творений. Мы же не знаем. Вот нам есть установление, к которому мы должны стремиться. Нам объяснено, как это делать. Если мы начнем экспериментировать, мы должны экспериментировать, исходя на этих основ, из этих основ. Это пожалуйста. Ну, ты можешь есть... научить ребенка намазу. Да. То есть к 7 годам он уже должен соображать, что это молитва. В 10 он уже должен стоять с тобой на намазе. Как ты его научишь? Кино будешь показывать, книжки будешь читать, с собой ставить. Это... эксперимент. Но точно так же... Все дозволяется. Точно так же вы, наверное, хотели бы сказать, что так вкладывая некие, так сказать, мысли, закидывая на этот стол, за которым мы сидим, точно так же вы, наверное, хотели сказать, что ты учишь ребенка делать добро, а как он уже будет делать, то есть, несмотря ни на какую предопределенность, зная об этой предопределенности, тем не менее мы должны учить и показывать ребенку, что такое правильная жизнь, да? Усулюддин, основы религии, основы веры состоят из трех вещей. То есть иман, наша убежденность, ислам, это физическое проявление нашей веры, и ихсан.
Ихсан – это чистосердечие в вере, искренность в вере, искренность в отправлении религиозных обязанностей. Ребенок – очень тонкое существо. Непонятным, необъяснимым способом ребенок чувствует твою искренность и показуху. Все чувствует ребенок. И когда ты сам с искренностью служишь Богу, это передается ребенку. По-арабски еще называют халь – состояние. Состояние души. Оно передается же окружающим. В первую очередь, ты вот ребенку, когда искренне ты встаешь на молитву, ребенок видит, старается папа или не старается. Чувствует. Чувствует, да, чувствует. И вот, а чувствует ли отец? Старается ли ребенок? Наоборот, да. Мы чувствуем это гораздо, нам чувствовать это гораздо сложнее, мы взрослые. Там, да, вот отец Василий неправильно говорит, мы немножко имеем броню некую. Зачерствели. Да, да, да. Но мы должны от себя очень тщательно, очень искренне вот отработать свое дело, сделать, а там уже, как Аллах, всему этому положит результат. Да. Отец Василий, да, православие, можно, вот это родительское воздействие, оно с какого там момента начинается? Можно мне уже вот небольшое отвлечение сделать, потом отвечу, да, конечно, на вопрос. Да. Мне пришла в голову мысль о том, что в Евангелии говорится, Господь Иисус Христос говорит, если не будете как дети, не сможете войти в Царствие Божие. Понимаете, это очень глубокая мысль. То есть даже дети являются примером для взрослых. Вот это малые дети. В чем же они пример? В своей нравственной чистоте, в простоте восприятия нашего мира, в простоте восприятия человеческих отношений. Ведь посмотрите, как они любят. Ведь любовь детей – это бескорыстная любовь. Любовь, которая не обижается, не завидует, не ищет зла. Та самая совершенная любовь, о которой говорил апостол Павел. Вы даже когда наказали ребенка, он через через небольшое время уже бежит с вами, он вообще не помнит никакого обиды. Сравним с нашей повседневностью, с нашей жизнью, сколько обид, сколько злости, сплошь мести. Какие-то претензии друг к другу. Да? Типа я не злопамятный, но злой и долго помню, да? Отомстил и забыл, да? И, собственно говоря, вот этот момент, вот именно поэтому, как правильно говорит Хазрат, простите. Вот. Они очень ясно чувствуют. Дети ясно чувствуют именно потому, что они чисты. Чисты нравственно, и душа их восприимчива. Вот как тот самый мягкий воск, который ты вот как слепил, вот так вот. Угу. И страшно, конечно, оказать негативное, безнравственное воздействие. Ведь другая сторона, если ты негативное, безнравственное воздействие окажешь на своих детей, то все это ты пожнешь в своей жизни, потому что ты будешь старый, да, и о тебе будут заботиться дети. Вот у нас сейчас много говорят о материальном, а я хотел бы вот нашу еще кинуть мостик в сторону материального. Ведь нет более надежного капитала вложения, чем воспитание твоих детей. Ну, абсолютно согласен. Ни один пенсионный фонд не сможет сравниться с тем, да, что да, ты воспитал. Да, много. Если добрых, ты воспитал правильно детей, то тебе не нужен пенсионный фонд. Абсолютно. Ты никогда не умрешь в старости и в бедности. Да. А до какого момента, до какого возраста ребенок остается вот этим мягким воском? Ну, здесь можно, конечно, выделить несколько периодов его взросления. Конечно, можно сказать, что есть младенчество и отрочество. Mm-hmm. То есть младенчество – это когда человек еще сам не несет ответственности, такой нравственной ответственности за свои поступки, плохо еще осознает свои проступки. Перед Богом ответственность? Нет, перед Богом мы всегда несем свою ответственность. В любом случае, в любом возрасте. Но степень ответственности, вменения разная, потому что осознание разное. Mm-hmm. Потому что ребенок не всегда осознает, что это плохо, то, что он сделал. Вот, не всегда может критически относиться к своим поступкам. И условно вот эта дата, условно, опять же, дата перехода из младенчества в отрочество установлена как 7 лет. Вот. Чаще, иногда раньше, иногда чуть-чуть позже, дети уже начинают в это время исповедоваться. Вот они приходят на таинство исповеди. Это тот момент, когда человек уже начинает самостоятельно оценивать свои поступки,
да, и может за них принести покаяние Богу. И, соответственно, дать ему обещание исправления, что и составляет суть исповеди. Угу. Вот. Ну, а потом начинается уже с 7 лет до 16, период отрочества, когда уже человек формируется с участием родителей, но уже самостоятельно. Хазрат, напомните, там до какого возраста какого является до ребенок? Какого? Да, раб, раб, слуга, там, царь. Я слышал, царь. Как японская система воспитания. До 4 или до 5 лет ребенок царь. Угу. Все ради него. Да, а потом он уже раб. В первую очередь государства, императора и так далее. В исламской системе точно так же разделены возрасты по ответственности. В первую очередь идет возраст сабы. Сабы – это грудной ребенок. Больше всего ответственности от родителей к нему. До 2 лет кормить грудью. Установление Корана. До 2 лет мать должна. Так. Затем следующий возраст, мумаиз, то есть ребенок уже не грудничок, уже самостоятельно ходит в туалет, отвечает на какие-то вопросы. Так? Да. Этот возраст протекает до возраста мукалляф. Мукалляф – это ответственный. Ответственный перед Богом, в первую очередь, за исполнение либо неисполнение установлений и запретов Всевышнего Аллаха. В некоторых моментах наступает ответственность перед обществом. Мукалляф не определен в основном у нас числами. Есть состояние ребенка при условии разумности наступления половой зрелости. Наступление половой зрелости определяется то, что мужчина, у него полюции начинаются, у девочки начинаются месячные выделения. Если этого нет определения, значит 15 лунных лет. Обязательно зрелость, здравоумие. 15 лунных лет – это обычных 14,5 лет. Все. С этого момента ребенок считается, почему в исламских странах это праздник совершеннолетия. Он переходит в другое, он из садика уходит уже в реальную жизнь. У него наступает ответственность. Он взрослый человек, он мужчина, он может жениться. То есть он, собственно, он может жениться, заключает наделяется всеми возможностями, да, как и торговые сделки другие может. У него все есть уже, он совершенный человек становится. И точно так же он, у него наступает ответственность перед Богом. Совершает намаз или нет, держит постмесяц Рамазан или нет, учится читать Коран или нет, проявляет искренность в богослужении, проявляет честность и порядочность в отношении с другими людьми или нет. Все эти вещи установлены, и за них несется ответственность. У нас ведь время-то здесь уже 45 минут. Незаметно уже утекло. Ну что, через 2 недели мы снова хотим вас видеть и продолжить наш разговор. Ну, да, я думаю, но что пока мы... существует радио, мы будем встречаться, и мы будем беседовать на эту вечную тему. Нет, очень интересно, конечно, очень. Прям вот я по себе чувствую, что какие-то вот по кирпичикам что-то собирается там внутри. Ну, Азиз Алиевич, вы более старший человек. Нет, да, мне тоже, несмотря ни на что, очень интересно, и я у нас постоянно педагогический слышу, университет, да. Радиоуниверситет получается, педагогический. Нам тоже получается очень приятно встать. Да. Спасибо большое, священник Василий Песцов, Нурислам Хаджи Касимов. До встречи через 2 недели в программе «Союз нерушимый». Спасибо. Алейкум ассалям. Мир вам и милости вышнего. До свидания. До свидания. До свидания. «Союз нерушимый».